90 секунд. Полет проходит по программе.
давление работает нормально. Стабилизация ракетоносителя устойчивая. Параметры конструкции в норме. Только что мы увидели, как самая мощная ракета России «Протон-М» стартовала с Байконура. Мы подготовили специальную анимацию того, что будет происходить в космосе. Через включение двигательной установки разгонного блока для формирования опорной орбиты. А еще через полтора часа после старта второе включение. И тогда уже аппарат будет на орбите выведения. Отделение спектра РГ от разгонного блока ровно через 2 часа после старта. В 17 часов 31 минуту по московскому времени. Вот очень радостное событие. Я с замиранием сердца. Просто вот протон не подвел. Все хорошо. Это на самом деле, я не представляю, как ракетчики волнуются. Или уже не волнуются они? Каждый раз это волнительное событие, да? Конечно. Хоть ракета она надежна. Зарекомендовался, но всегда это событие происходит. Тем более, что к этому пуску готовились очень тщательно. И так, что не было никакой, что называется, причины для какого-то сбоя. Поэтому то, что сейчас мы видели...